Basol, take one. Сюрприз природы у меня на даче, друзья. Эй, вы откуда взялись? А, Елена. Сейчас я вот... Щенята, штуки 4, наверное, здесь, под деревом. Вот он один. Эй, ух ты, мосенький. Да, куда пошел? Так. Ушел, один ушел. Вон там он вылезает. Так, сейчас я Елене Несокрушимой позвоню. Сообщу, что у меня щенята есть на даче. Елена, вам нужны? Вам нужны щенята? Нет. А я думаю, кто здесь у меня скулит? Я весь день на даче работал, мы тут полезли. Касс, вот они. Эй, морда. Че ты там залез? Вылезай туда. Эй, вылезай туда. Ага. Тихо. А, какой красавчик. Кому нужны щенята, товарищи? Кому нужны щенята? Елена Владимировна. Елена Несокрушимая. Вам нужны щенята? Эй, хороший. Не бойся. Не бойся, Вася. Не бойся. Ты кто там, с мальчик, девочка? Ой, это потом. Потом поделим. Так, вот один. Второй вон там спрятался. Вон, видно, да, его? Елена, видите? Вот, что с ними делать? Когда мне это надо было? А, мы сюда. Барабах, айгас, айбалан. Барабах. Чё? Ух ты, мордочка какая. Мордочка какая. Боится будешь меня? Нет? Давай. Оп-оп. Эй, куда пошел? Нет, пошел. Эй. Эй, балам, я бра. А это другой. Вот тот, который держал, он там прячется. А это другой. У него морда другая. Еще трое, еще один был. Куда-то он убежал, поменьше был один. Итак, друзья, кому нужны щенята, обращайтесь. Безвозмездно, то есть даром в любые добрые руки. Елена Владимировна, она же Елена Несокрушимая, она же Елена Сумакина. Пожалуйста. Сегодня 9 июля, 23 год, дача Гюрадель. По меньшей мере два щенка тоже зафиксировали. Еще один там. Видно его? Видно. О, красавчик. А. Давай. И сюда. Оп. Ты еще не цапнешь, нет? Опа, вот так поймали. И сюда, гекбра. Ай, зараза, не идет. Она вот так вот. Опа. Вот он, Елена. Смотрите, какой красавчик. Кохма боится. Не бойся. Вот так. Вот еще один. А? Барабах. Ай, айбала. Серые пеги. Пеги, какие-то мальчики, девочки, непонятно. Это надо к специалисту. У нас Елена этим, Владимировна этим хорошо разбирается. Но кроме нее другие есть любители собак. Собак в Баку, в Азербайджане. Так, пожалуйста, Елена Владимировна. Оп, бежал, зараза. Ну ничего, вот если подъезжерника у них тенечек. Сейчас я им воды дам, наверное. А, вот они. Опа. Эх. Два брата-акробата. Да, барабах. Джон. Да, так. Вот. Короче, Елена Владимировна, вы меня видели, вы меня слышали. Конечно, скажете, у меня своих полно. Да, но мне такие сюрпризы на даче не нужны. Мне их нечем кормить. Я здесь бываю раз в неделю. И то не каждый раз. Вот две недели не было, то они уже объявились. Угу. Вот. Смотрите, какая морда наглая. Ух, голубоглазый. Красотуля. Где третий? Еще третий был. Я видел, такой черно-белый был. Он куда-то ушел, испугался. Сейчас пойду его искать.
Да, друзья, они куда-то ушли пока, но я здесь хлеб положил и немножко смочу, чтобы он был. Так, вот так. И водичка полная, кастрюлька. Надеюсь, что они сейчас вернутся, сидят. Больше мне нечего им дать, потому что я только что их обнаружил, обед был у меня раньше. То, что осталось, кусочек хлеба. Итак, 9 июля, 23-й год. Время уже где-то около 18 часов вечера. Значит, мы на даче Геродыли. Кому нужны щенята? Елена Владимировна, к вам тоже обращаюсь. И ко всем остальным. Проверим через неделю, здесь у нас щенята или нет. Скоро мы едем домой. А это вот чем можем? Как-то вот так. Magical.